Всем приветик, это моя сумочка, а это билетики. Если вам интересно, какие у меня есть сумочки, напишите под видео. И я обязательно сделаю видео о сумочках. Итак, билетики на фильм «Король Лев». Смотрите, цена 7 евро, 25 августа, 7 часов вечера. Места любые занимайте. Всем добрый вечер. Мы находимся в кинотеатре, товарищи. Кондиционер не работает. Сейчас перерыв. Но это вообще что-то с чем-то. Но он нас предупредил, сразу сказал, кондиционер не работает. Будете покупать билеты? Мы, конечно, купили. Билеты по 7 евро, да? 14 евро. Ну, в общем, дышать нечем. Я уже бутылку воды заканчиваю. Вот, смотрите, вот осталось. Ну, здесь есть, конечно, можете купить и водичку, все на свете. Ну, в общем, все места свободные, смотрите, все свободно. Практически в зале никого. Детвора там мотается. Фильм называется «Король Лев». В очень темных тонах, темные такие краски. В общем, мне мультфильм понравился больше, чем фильм. Ну, сейчас будем смотреть вторую часть. 118 минут фильма. Это практически 2 часа, да? 118 минут – это 2 часа фильма. У нас сеанс на 7 часов вечера, есть еще сеанс на 9 часов вечера. Вот такие здесь кресла. Смотрите, зеленого цвета. Зал называется «Рома». Рим, да? Переводим. Зала Рома. Ну, детвора. Все, начинается фильм. Вторая часть. Что мне не нравится, что пол фильма вот таких черных тонах все. Постоянно глаза в напряжении. Симба, come te lo spiego, è una preda. E non vorrà mai fare festa con un carnivoro. No, voi due non farete mai festa insieme. Perché no? Vedi, in natura c'è un delicato equilibrio. Oh sì, il cerchio della vita, lo so bene. Eh? No, 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 non so dove tu abbia sentito no, di questo. Sì. Самого наилучшего всех благ. Симба! Всем пока. Си! Сама я, Симба! Си! А, встретились! Мама, как ты тут? Как ты Симба и его подружка детства. Встретились. Конец фильма.
Я сижу такой красивый, весь вдоль Че Габбана. Мурзик, Мурзик, позируй, позируй. Вас снимает скрытая камера. Красавчик. Мурзик. Всем пока!